Русия тражи от Сърбия, Сърбия да бъде независна, самостоятелна, нейтрална, тражимо от български, от гръчки, от сърби. От Сърбия не тражимо. Я хочу сказать, что мы в России, когда проводит политику в отношении Сербии, все-таки мы, братья и сестры, предлагаем конкретные проекты. Все переговоры Путина, поверьте, я в силу положения всегда читал записи бесед. Путин всегда предлагает конкретные проекты, будь то энергетика или строительство дорог, или железных дорог. Мы всегда предлагаем конкретные проекты. Когда речь идет о сотрудничестве Сербии и Евросоюз, таких предложений со стороны Евросоюза очень мало. Очень мало. И у Сербии есть выбор. Мне кажется, у Сербии нет, я имею в виду руководство, нет политической воли. Нет политической воли сказать: уважаемый господин Барозу, но у нас другой план, мы хотим развивать прежде всего отношения с Россией. Все это боятся сказать. Все боятся сказать. Почему боятся сказать? Потому что думают, что сразу последует оранжевая революция, сразу последует путч, переворот. Только так действует Запад. А почему? Другой причины нет. Сербии выгодно развивать отношения прежде всего с Россией. Славословная рай, где и не твой, где твой добрый.